выпустили гулять наших малышей и девочек. Хотите, чтобы я вам сюда пустила ваших мам? Так, ну давай. Запустила, тут столько счастья. Солнышко сегодня, гуляем, играем. Ой, кто там разговаривает у нас? Кто там у нас разговаривает? Боже ты мой. Боже ты мой, радости мои. Ой, Анжела, маманя. Посмотрите, как она любит своих детей. Ой, ты, Господи. Все радуются, все радуются. Все радуются. Пойдем гулять. Мы гулять вышли или в домике сидеть? Выходим, выходим, выходим. Все выходим. Выходим. Все вышли. Молодцы. Домик закрываем. Нам нужно погулять, правда? Зачем нам сидеть в домике? Мы вышли побегать и попрыгать. Ой, ты куда залез? Не надо туда лазить. Угу. Биюк, Янышар. Биюк. Это у нас Босфорик. Малыш. Да, Биюк. Да-да-да-да-да. Ой, девочка бегает. Так, Анжела, воспитательница, Беларуська, Беларуська, да-да-да, попить воды, конечно, вода везде стоит, Рада, Рада, сына твой на тебя прыгает, Юля, Юля с нами, Лапуля, Юля Лапуля, ой-ой-ой, активная игра, ой, видели какая, какой у нас красивый мальчик. Анжела воспитывает сыночка и дочку. Воспитательница ты моя. Да, кстати, для тех, которые мне там нравоучают, что мне нужно сначала расчесать щенка мальтипу, а потом показывать, знаете, я показываю жизнь такая, какая она есть. Если мне нужно, я расчешу и покажу расчесанного. А то эти умные там собрались, что, мол, раз вы показываете нерасчесанных собак, то, значит, и покупатель у вас будет. Как-то написали мне из колхоза, что-то в этом роде. Ну, знаете, каждый сам выбирает заводчика и собаку, которую он хочет купить. Ну, из-за того, что собака не расчесана, я, наоборот, показываю ее настоящий внешний вид, который будет, в принципе, у собаки постоянно, да? Ну, можно расчесать, и будет расчесанная, пожалуйста, никто же не мешает. Поэтому есть у нас, где я представляю собачку в расчесанном виде. По поводу стрижки, ну, мальтипу не стригут так, как пуделей, не выбривают морды, да мы и пуделям их не выбриваем, поэтому каждый хозяин сам решит, как ему подстричь свою собаку. Правильно? А я показываю жизнь так, как она есть, без постановочных каких-то кадров. Все из жизни. Поэтому, кому нравится постановочный, идите, ищите там и выбирайте себе щенка. У меня все как есть. Ничего не скрывая. Ни как бегать, ни как прыгать, ни как лохматые, ни как и по грязи мы гуляем, ямки копаем в огороде. Вот, такое, вот такая счастливая жизнь у моих собак. Да, нам, конечно, вот такое, вот скажи, еще валяемся на спине. Это Ламборджини. Еще, конечно, у нас прекрасный регион, Крым, где мы можем больше гулять. У нас такие есть возможности благодаря нашей погоде. Хотя в этом году у нас не очень уж зима удалась по поводу возможности хорошо погулять. Было очень сыро, много влаги, дождей. Да, вот такие пищульки. Но сейчас уже еще немного, и мы уже, видите, гуляем. Ну, что такое 18 градусов в тени. Да, вот такой у нас красавец Маратик мраморный. А это у нас Гера. Тоже мраморный окрас. Какой мальчик красивый, да. Какой красивый мальчик, Энигма. Так, ну что. Приветик вам, в общем, от всех здесь гуляющих. Рассказывать, кто в продаже, не буду. На каждом видео рассказываю. Это белые. Три мальчика, два короткошерстных, один длинношерстный. Девочка беленькая, Беларусь. И два мальтипу, мальчик и девочка. Так, все, заканчиваем это видео. Но продолжаем гулять. Всем пока!